Технологии не стоят на месте. В Нарьян-Маре презентовали мобильные топливные склады на базе мягких резервуаров. В ознакомительном семинаре приняли участие сотрудники Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, основные недропользователи региона и представители поисково-спасательной службы. Компания «Политехника» уже несколько лет занимается изготовлением резервуаров для различных жидкостей. Они пригодны для хранения топлива, химии, технической и питьевой воды и могут использоваться на нефтяных объектах, в сельских поселениях и даже при пожаротушении. Преимущество таких резервуаров – небольшой вес и возможность принимать любую форму. Свою эластичность они не теряют даже при минус 60 градусах, а также держат снеговую нагрузку, что актуально для Крайнего Севера. Организация таких складов на удаленных, труднодоступных районах показала и высокую экономическую эффективность, и простоту в эксплуатации. И поэтому работа в районах Крайнего Севера – удаленных объектах, объектах, которые требуют перемещения по зимникам, уже очень большой круг клиентов, которые оценили нашу продукцию вот в этих широтах. Продукция компании «Политехника» широко используется в Республике Коми, на Ямале, в Якутии и на Камчатке.